нашу записку. Какую записку? В ней говорится: извините, но я поехал в Красноярск. Мне, кстати, возврати и память. Я теперь не наивный мужчина, а снова представитель Ордена Силы. Я знал, что случилось. Мне наложили проклятие наивности и стёк и память. Но сейчас все хорошо. От Сергея Сергеевича. Извините за грамматические ошибки. Знаете, что случилось? Что с ним случилось? Ну, короче, он знал, что с вами я делал. И он, кстати, выяснил о том, что все хорошо, ничего ты не грабил. Он, кстати, до сих пор останется полицейским, но еще он будет до сих пор представителем Ордена. Понятно. Ну, блин. Ордена Силы. Да, я вообще не понимаю. Давайте посмотрим, что тут у него за комнаты. Так, тут у него управление, давайте. А это его комната, я вижу, да? Я знаю, я к нему ходил в кости. Понятно. Ну что ж, я думаю, что это просто я там уже вижу, что тут много чего уже есть. Ладно, теперь настрою. Что вы сегодня сделали? Мы спасли вам и спасли меня. Да, ты чуть не умер, если бы не мы. Да это точно. А то, что это ошибка случилась? Ну, эта ошибка случилась вообще случайно. И я не знаю, почему так случилось. Но, наверное, мы будем посещать этот город. Теперь мне пора домой. Вам желаю удачи. Мне уж пора к себе домой. Только, пожалуйста, больше не грабить. Я больше не буду этого делать. Я просто хотел, чтобы он поделился со мной золотом. И остального хорошо. Я не хотел. Поэтому, можно сказать, ничего я такого плохого не хотел делать. И также грабить. Хорошо. Давайте, до свидания. До свидания. Да, ну пошли со мной в деревню, где я раньше жил. Ну, где мне нужно вернуться, я уже очень давно там не был. Очень много дней, много недель, много лет там не был. И именно из-за этой тюрьмы. Поплыли, я тебе покажу дорогу. Я тебе покажу дорогу, где это. Если ты будешь со мной жить, то мы покидаем город. До свидания, Иван Иванович! Да, до свидания. Думаю, больше никаких вторжений не будет. И все и так хорошо закончится. Не забывай больше отдавать душу дьяволу. А то я тебе ее верну, но в следующий раз я это не слышу. Да, потому что у тебя и так уже слишком мало сил остается. Мы еле как тебя разозрядили. Это просто полный капец был. Да. Да, я думаю, уже пора, а нам пора прощаться. С вами был, как всегда, Андрей, со мной сегодня был Вова и Иван Иванович. Всем спасибо за просмотр. Кстати, Иван Ивановичем и Сергеем Сергеевичем был я, Макс Ворд. Да, а я, Андрей, был тем самым преступником. А это Вова, Супер Фредди, он был роботом, а я Супер Той Фредди. Как у меня скин, тоже его. Всем спасибо за этот сериал, может, продолжение будет. Всем спасибо. С вами был, как всегда, Андрей или Супер Той Фредди. Со мной был Вова Супер Фредди и Макс Ворд. Всем удачи и всем пока. Всем пока, ребят.